Здорово, товарищи. У меня сегодня есть две маленькие утки, особо ничего с ними не сделаешь, кроме какого-то салатика. Поэтому я их ставим у холодную воду, чтобы они, значит, варились. Как бы им укус улучшили. У меня есть пастерняк, у меня есть морковка. Вот примерно так нарежем. Тут у нас потом останется интересный бульон. Даже можно получить и какой-то суп. Затем туда можно добавить немного сельдерея. Это тоже как-то улучшит все, как классика, когда делаете суп. Затем возьмете, скажем, лук. Там можно даже и побольше. Особо там резать не надо. Делаем хороший бульончик. Вот оно. И потихоньку варим. Пока у нас развивается эта ситуация, мы возьмем немного чесночка. Вот оно. Почистим его. Мне кажется, что тут два зуба будет достаточно. Так. Чеснок нам надо мелко порезать. Так. Можно пропустить через чеснодавилку, не проблема. Можно просто ножом. Так. Еще один зубчик. Чеснок в этом нашем соусу или ты приправи под наш салат поможет нам опять да скрием запах дичи. Вот оно. И сейчас мы добавим чеснок сюда. Затем добавим сюда соль морскую. Нальем немного оливкового масла. Так. И оставим, чтобы оливковое масло, соль морская оттаяла у оливкового масла. Вот, товарищи, возьмем немного бальзамического уксуса. Также добавим сюда несколько капелек. И это тоже будет так интересно под наш салат. Затем возьмем, ну, например, три. Хотите корнишона, хотите соленых, хотите маринованных огурчиков. Без разницы, порежем их соломком. Так. Добавим к нашему салатику соусу. Вот оно. Как-то утная грудка, ножка, когда сварится, немножко останутся суховатым, а огурчики, они такие сочненькие, плюс с оливковым маслом, будет просто то, что надо. Вот так, три штуки на две маленькие утки. Мне кажется, что будет достаточно. Если вам не нравится так длинно, как я делаю, вы можете, конечно, это сделать и на половинку, ничего страшного. Потом за такое сухое мясо вам принадобится немного красного лука. Ну, примерно половинка, где-то столько. Это опять порежете, значит, так, чтобы они были, как то сказать, похожи на огурчики. Вот вам, товарищи, сюда лук. И чтобы лук пустил свой сок, свободно сделайте это. Сейчас тут соль разгрызет лук. Если вам кажется, да, это мало, добавьте побольше. Если вам и кажется, что тут не хватает какого-то цвета, сочности и так дальше, ну, можно да возьмете, например, болгарский перец желтый. Болгарский перец красный, какая разница. И вот как оно получится у вас. Это некрасиво, конечно.
удалите. А вот вам, значи, вариант, как это надо порезать. Опять соломком. Если вам опять кажется, что это длину можно на половину на ваш выбор, можно просто так сделать. Тут вариантов море, как вам сказать, только надо все эти продукты нажать. Тут есть соль, чтобы они пустили свой сок и оставить пока утка варится, чтобы как-то все эти овощи пускали свой сок. И если вам осталось добыча, а сезон закончился, вы можете докупить где-то хороший помидор, например. Когда они сочные, красивые, вкусненькие, с интересным запахом, опять на соломку порежете, как-то помидорчики тоже дадут определенную сочность сухой отварной утной грудки или ти е крылышкам. Мы мясо будем всех этого, значит, потом сваливать сюда в наш салатик. Затем тут подойдет немного зелени. Это тоже даст такой хороший определенный аромат. Это надо сделать примерно так. Мелко-мелко порубить. Вот. Сейчас мы это все промешаем. Плюс оливковое масло. И ждем нашу утку, чтобы она сварилась, и добавили эту грудку, там как-то само больше количество мяса, еще немного оливкового масла, потом, значит, это мясо смешаем и получим суперский салат, поверьте. Вот, товарищи, сейчас посмотрим, чего творится с нашими уточками. Так, вот оно, одна, вот, а вторая. Плиту можем да выключим. У нас, как сами знаете, остается бульончик, который можем да делаем там, не знаю, да добавим картошку, кучу зелени, можем да добавим какие-нибудь, значит, варианты, так что не надо бросать уточку, просто надо, значит, ножом сделать на половинку, быстрее прохладается, то же самое сделаем с этим штучком, так, вот, товарищи, уточка у нас уже прохладала. Тут как-то крылочки слишком мелкие. Как-то честно тут поесть немного. Поэтому постараемся отснять с наших уточек все, значит, все мясо, которое у нас есть. Вот. Так, снимем кожу. Как-то она мне не нравится. Если, естественно, есть любители. Ну и пожалуйста. И как мы резали все наши продукты, которые находятся в нашей, значит, в нашему салату. Добавляем сюда, значит, мяско, которое снимаем с кости. Аккуратно. То, что уточка горячая, ничего страшного. А то, поверьте, когда прохладает все вместе, будет просто замечательно. И
Если оно слишком так толстое, можете, значит, и поперек. Как то? Сами знаете, что мясо утки такое. Суховато получится, поэтому не стесняйтесь, режьте потоньше с кучем всяких наших овощей, которые мы добавили огурцами. Выбирали мы такие сочненькие. Вот оно. Как-то вы можете утку да прохладаете и больше. Я как-то с нестерпением кушать хочу. Это все можете отправить в мусор. Мяско сюда. Потом. И вот, товарищи, вам принадобится одна тарелка. Все это как-то смешайте с соком, с овощами. Затем тут оливковое масло есть. Получится как-то примерно так. Вот. 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 Возьмите обязательно немножко, залейте. И вот наш результат. Я вам желаю приятного аппетита.